Всем привет, ребята, с вами снова Эдисон, и я хотел бы сделать небольшое объявление. Завтра, 10 июня, в 17:00 по Москве, у меня на моем проекте открывается новый сервер Пиксельмона. Он точно такой же, как и первый, практически все точно такое же, никаких больших изменений нету. Я делаю это для того, чтобы было два сервера. То есть... Вас никто не заставляет сюда идти играть, если хотите, то можете приходить. Зачем это сделано? А затем, что на первом сервере уже многие люди имеют по фулу покемонов, уже в принципе некуда даже дальше развиваться, это сделано для новичков. То есть новенькие, которые приходят, заходят на первый сервер, и в них уже нету никаких шансов выбиться на вершину этого сервера и стать топовым игроком, потому что эти места уже все заняты. А завтра все начнут с нуля, и все будут иметь возможность подняться на самую вершину этого сервера и в какой-то степени стать королем этого сервера. Я вас всех жду завтра в 17:00, еще раз повторюсь, по Москве. Я не знаю, сколько это по Украине, если честно, но я думаю, вы знаете. Поэтому, ребята, я вас всех сюда жду в 17:00. Я как раз сейчас уже настраиваю вот этот спаун. Спаун — это старого сервера Poke World Special, а точнее, можно сказать, это даже его... переоткрытие, потому что тот сервер закрылся в связи с тем, что там никто не играл. Многие люди оттуда ушли на бесплатные серверы, и я решил этот сервер сделать бесплатным, с полным вайпом, чтобы любой человек мог сюда прийти и заново начать и развиваться, и стать, может, даже легендой этого сервера. Турниры тут также будут проходить, как и на первом сервере. Раздач не будет так же, как уже и на первом сервере, потому что больше раздач не будет. Я даже не хочу возвращаться к этой теме и говорить, почему раздач не будет. И, ребята, больше я ничего не буду говорить, меньше слов, больше дела. А завтра я вас всех жду вот тут. Кто захочет, придет, буду очень рад. Стрима, к сожалению, не будет. Я уже объяснял, почему, потому что у меня просто-напросто интернет не тянет стримы, но все же я буду вас тут всех ждать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вы рады новому серверу, всем удачи, всем пока.